More from Fox following this episode. Алоха, алоха! Дети, поторапливайтесь, нам нужно успеть в аэропорт. Ты уже нашел хорошую няню? Мо Сизлок, экстраординарная нянька. Камни и сучки поломают мне все кости. Эй, прекратите! О, печеньки! Тщательно жевать не так горячо, как глотать. Запомните, класть только самое необходимое. Эй, крошка, это Мо. Звоню тебе из своей холостяцкой берлоги по адресу Вечно Зеленая терраса 742. Да, хорошо, лакомка, увидимся. Снимите это, снимите это! Теперь ничего не переступает дорогу между нами и Гавайи. Счастливого обмана! Что такое, Гомерчик? Я выпросил у мистера Бёрнса отгул, сказав, что у меня перелом шеи. Мистер Бёрнс, зачем вы пожаловали ко мне? Прошлой ночью меня навестили три духа. Я бы хотел, чтобы шоу навестили три новых сценариста. А это что? Дорожные сумки и чемоданы? Куда-то отправляетесь, Симпсон? Эй, ребята, это понадобится вам на Гавайях! Твой гоблин упал в обморок. Я не гоблин. Симпсон, а где ваша рождественская ель? Иду! Гомер, отдай мне мое дерево! Что ж, больше не буду мешать вам отдыхать. Счастливого всем Рождества и хороших... Супер-поп-звезда-стилист Кэти Перри? Люди, что вы делаете в холостяцкой берлоге моего парня Мо? Верно, она обожает кукол. Да что здесь происходит? Ладно, буду честен. Рождественское чудо. Нет. Я соврал вам, чтобы мы могли отправиться на Гавайи. Вы обманули меня. Выпустить псов. Они будут с минуты на минуту. Мы израсходовали весь бюджет на Кэти Перри. Кто-то нуждается в объятиях. Я поцеловал девушку, и мне понравилось. Прощаю всех, Симпсоны. Езжайте и наслаждайтесь Гавайями. Но сначала споем рождественскую песнь. О, боже, только не дурацкие 12 дней Рождества. Конечно же нет. Я хочу спеть оригинальную необрезанную песню «39 дней Рождества». И раз, и два. Спонсором сегодняшнего эпизода «Симпсонов» являются символы умляут, а также цифра «Е». Не буква, а цифра, чья показательная функция является собственной производной. Что ж, это был долгий путь, но, похоже, ему придет конец. Что, Симпсонам? Нет, Рождеству!